1947. В 1948 году учился в театральной студии при драматическом театре Г. Горький. Окончил Горьковское театральное училище. 1948-1951. На театральной сцене с 1950 года. Всю жизнь проработал актером Нижегородского театра юного зрителя. Первая роль в спектакле «15-летний капитан» 1950. Сыграл в театре и кино более 300 ролей. Похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода. Учреждена премия имени Александра Полиеса. Актерская режиссура.